Прохождение принц династии Кин. В прошлой серии мы нашли персиковый сад, сдали все квесты, и теперь нам надо отсюда мотать. Но смотать отсюда просто так не получится. Почему? Ну, сейчас сами все увидите. На всякий случай сохранимся. Что ж, мы и вправду уходим. Сколько лет я прожила на этой земле? Эта трава, эти деревья так знакомы мне. Смотрите, вот отметина на дереве, оставленная моей стрелой. Но теперь ничто здесь не будет прежним. Это все моя вина. Если бы не я, ваша деревня бы не... Нет-нет, это не ваша вина. Не вините себя. Что ж... Забудьте об этом. Пора идти. Да, кстати, как мне обращаться к вам? Ваше высочество или как-нибудь иначе? Зовите меня Фусу, как делают мои друзья. И, кстати, я больше не наследный принц. Фусу, суждено ли тебе изменить мою судьбу? Зовите меня Сяо Цянь, хорошо? Все в деревне зовут меня так. Хорошо, Сяо Цянь. А теперь пошли. Оу. Командир Кин. Клево. Тебя только здесь еще не хватало. Куда ты на мою лучницу палец, гад? Влюбился, что ли? Ну, здесь сейчас с ним шматья набьем, блин. Кучу. Тут стражников просто пипец. Фусу уже на забит до отказа. Так, ладно. Так, мясо тогда удаляем. Оно нам все равно не понадобится, а фусу-то. Есть, конечно, только это. Так, шпилька. Шпильку я пока использовать все еще не хочу. Так, забыли про кинжал. Точнее, сабли. Хотя очень сильно напоминает мачете. Да, я только недавно узнал, что я нечаянно убил дровосека. Две серии назад, когда я впервые пришел в разрушенную деревню. Я смотрел по записи. Я даже не думал, что я его прибил. Хотя даже не знаю, сколько у него хп-то было. Просто понял то, что я его нечаянно поджег, и он убежал. А тело так и... Ну, короче, тело исчезло. Ух ты, блин. Еще один. Блин, да сколько у вас здесь, а? Все с разными элементами, обалдеть. Ну ладно, со всеми справимся. Так, следующее. Кто на очереди? Лучники. Еще один. Так, эту надо убирать. Это, блин, опасность зараза. Так, подожди пока. И сюда. Все, убираем теперь его. Ну и забираем болты. Палку. Какую-то хрень. Так, и теперь смотрим. Хватит нам левел. Открывай. Вот почему. Хочу на максимум прокачать этот скилл. Скрывает любой замок. И почему я сразу не хотел идти в деревню, где там была смесь с тайной комнатой.
Но можно, конечно, да, вернуться и продолжить. Кто мешает-то? И посмотреть, что там находится. Так. Блин, зарезно. Морозит, гад. Так. Самого заморозили. Все. Так, здесь больше никого нет. Блин, надо его докачать. Давайте-ка еще стражников. Стража, вы где? О. О, ты как раз подходишь нам. Отлично. Великолепно. Ну куда ты пошел, а? Никакие тебе бафы не поможет. Не помогут тебе бафы уже. Все, ты наш. И на 5 стрел офнусь. Блин, ну часто бы тофт стрел-то. Че поделать, все-таки лучница. Так. Все. Левые, пожалуйста. Распознавание. Да ну тебе. Распознавание дал. Так, ладно. Валим обратно в Янчжоу. Привет. Привет. Солдаты кинули меня здесь не только потому, что они не знают, кто я здесь на самом деле. Но мне это даже хорошо. Так, призыв волка. О, призыв тигра. Вот она, наконец-то. Так, сообразительность. И больше ничего. Девятка, восьмерка, все, на максимуме, отлично. Так, теперь разбираемся со шмотками, которые выбили. Вот это хорошо, вот это я называю вообще хорошо. Так, скорость движения 20%. Кунгану, больше никому. Так. Давай-ка посмотрим. Сила, скорострельность. Ловкость, скорострельность. Тебе это не подходит, так что тебе вот это. А тебе вот это. Так. Ловкость 9. Так. Это не надо, это ему не надо. Сложение. Оставляем. Так, фигня. И походу это тоже фигня, да? Угу. Максимум хитов, восстановление. Не очень хорошо. Надо кому-нибудь? Тебе надо. О! Знай, кому это дать. Сил необходим 50. Сволочь. Так, ладно. Это у нас квестовый предмет. Ну-ка посмотрим, что у тебя есть. Так, продать. Продаем ненужное. А, да это тоже можно продать. Так, с одним героем разобрались, теперь со вторым. Так. Так, сил просто так убираем. Так, продаем. Оставляем, продаем. Максимумом защита дерева.
Так, смотрим. Неидентифицировано. Ловкость.